Перейти дорогу в положенном месте без риска для жизни. Всегда ли это возможно в условиях города? Это одно из самых оживленных в Рязани – Московское шоссе. Поворот к торговому центру «Премьер». И с одной, и с другой стороны – пешеходная зона. Но вот именно на этом участке дороги пешеходам приходится совсем непросто. Это как в импровизированной игре – перебеги, а то собьют. Водители неохотно уступают дорогу. Анне Деланян часто приходится переходить в этом месте, но набегавшись вдоволь среди автомобилей, она выбрала путь обхода. Идет через парковку. Опасно, но не так страшно. Хотя бы вот дорожку переходную сделали бы, чтобы безопасно, или светофор поставили. Я близко живу, и мне надо там покупки сделать. А между тем и у заправки, и у пешеходного моста поставили знак «Пешеходный переход». Но как пройти людям через шестиполосную дорогу шириной 80 метров и остаться при этом в живых, никто не подумал. А это задача городских властей. Аналогичный пешеходный переход у другого торгового центра. Здесь все оборудовано в соответствии с правилами, и пешеходы могут не волноваться за свою жизнь. Пешеходная зона практически обрывается у края дороги и начинается уже на другой стороне. Рязанцы терпеливо ждут, когда городские власти обратят внимание на проблему. И хочется, чтобы ее решили, не дожидаясь трагедии. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».